даже не дали мне о нем ничего сказать. Так я приготовилась, потому что когда идет обсуждение, то характеристика каждому ученику. Ну и, конечно, я считаю, что, ну, это, наверное, как вот каждая мама должна защищать своего ребенка, так и учитель на выпускном экзамене всегда хочется дать характеристику ученику так, чтобы он выглядел, ну, с наилучшей стороны. В общем-то, это все заинтересованы, я ребятишкам говорила, что такого волнения у вас быть не должно, потому что это не только выпускной экзамен, вот, что вы отчитываетесь перед кем-то, но и учителя с вами прощаются, потому что видят вас последний раз на этой сцене. И все хотят вам добра, все ждут, то есть все к вам с такой, с хорошим расположением, что ли. Нет ни одного взгляда на вас такого критически оценивающего, все ждут хорошей игры и рады ставить хорошие оценки. То есть это такой экзамен, это последний экзамен, то есть это прощание, и такое доброе, приятное прощание. Не навсегда, а вот просто со школы. Вот. И когда дошла очередь до Никиты, мне сразу говорит, ну все, это пять, говорить не о чем. То есть на всем потоке это была единственная пятерка без минуса. То есть минусы ему там не за что было ставить. Хотя одна у нас такая помарочка досадная была, я вот говорю, Никите мешает ответственность. Он настолько ответственен, он всегда так переживает за свое дело. И здесь сменился регистр. Спасибо. Инструмент у нас вот сегодня забрали, хотелось мне, чтобы вы посмотрели этот итальянский аккордеон шикарный, а его забрали на концерт. У нас и там есть регистр боковой. В случае, вот все-таки мы не так часто играем на нем. Это надо дома иметь такой инструмент, чтобы уже его так чувствовать. И сменился регистр. Но чаще дети бы, хотя мы оговаривали с ним, это бы не обращай внимания, Никита. Что бы ни случилось, играй дальше. В удобный момент поменяешь регистр, уже сделаешь как надо. И тем не менее, когда у него вот эта досадная смена регистра произошла, и пальцы забегали куда на регистр. Ну, он так побегал по клавиатуре. Решил пьесу все-таки продолжать, потом сменил. Ну, в общем-то, никто на это даже не обратил внимания, все нормально было у нас. И что больше всего подкупало в выступлениях, как Никиты, так вот и у Кати, и Руслан. То есть вот то, о чем я их просила, не думайте о том, как вы будете играть. Думайте о музыке, которую вы играете, потому что программа была выучена у каждого. Ну, за год, ну, это надо постараться, чтобы не выучить.